Приветствую всех поклонников команды Конкур. Казалось бы, зачем затрагивать и так уже мертвую тему? Легендарная франшиза, лучшая серия стратегии. После показа Sin City Wales шквала негатива набросилась на разработчиков. Зачем вы роете могилу, достаете труп и снова издевательски взрываете? Примерно так выглядит то, что делает ЕА. И ведь не зря народ поднял эту тему. Изо всех уголков земного шара вылезли фаны легендарной серии и оставили свои отзывы. И что вы думаете, разработчики нас услышали или сделали вид, что услышали? Ближе к делу, на днях Джим Висселла, бывший продюсер EA Лос-Анджелес, ныне работающий над Rivals, заявил о заинтересованности EA в создании компьютерной игры во вселенной CNC. Спасибо русскоязычной фан-площадке за перевод. Цитирую слова Джима. Дорогие фанаты команды Conquer, меня зовут Джим Висселла и я продюсер в EA. 10 лет назад я имел честь поучаствовать в создании команды Conquer 3 и Red Alert и был ведущим продюсером Ярость Кейна. В те годы взаимодействие с сообществом было одной из самых моих любимых вещей, будь то саммиты, форумы или всякие мероприятия, как, например, Gamescom. Большинство из вас известно, что недавно мы анонсировали команды Conquer Rivals, мобильную игру во вселенной команды Conquer. После раскрытия Rivals мы громко и ясно услышали, сообщество хочет возвращения франшизы на ПК. И я, как фанат CNC вот уже более чем 20 лет, не могу не согласиться с этой просьбой. С этими мыслями на уме у нас возникло много захватывающих идей относительно ремастеринга классических игр. И мы уже делаем первые шаги к подготовке к празднованию 25-летия серии. Нам очень интересны ваши отзывы относительно наших мыслей о ПК и о том, что будет дальше. В течение нескольких последующих недель мы будем общаться с фанами различным способом, а пока что делитесь своими мыслями здесь на форумах OpenRA. Будучи поклонником из серии CNC, я уже долгое время увлечен франшизой, так же как и вы. С нетерпением жду возможности услышать ваши идеи, так как они помогут сформировать будущее CNC EA. Цитата окончена. Весьма впечатляющие новости, но нету гарантии, что нашу любимую франшизу вновь выкопают и закопают. Однако разработчики понимают, что их работа над продолжением CNC Tiberium Wars, Generals Zero Hour и Red Alert лишь вызвали гнев у поклонников. Неудачная CNC 4, не вышедшие Генералы 2 и неудовлетворительная Red Alert 3. Поэтому EA решает выпустить ремастеринг, то бишь одну из наших любимых стратегий хотят перевести на новый движок. Какую именно, никто не знает, а сами разработчики пока не раскрывают эту новость. Кто-то просит сжалиться над любимой франшизой и перестать ее трогать, кто-то поддержит разработчиков и надеется на лучшее. Лично я жду и надеюсь, если выйдет удачный ремастеринг и разработчики будут его поддерживать, то возможно мы увидим с вами CNC киберспортивном мире. Спасибо за внимание, делитесь своим мнением в комментариях.